4 поединка прошло в понедельник, 4 сентября в КХЛ. Результаты на вашем экране. Также посмотрим турнирную таблицу, расписание, узнаем, кто признан лучшим на прошлой неделе. Также посмотрим список лучших бомбардиров и снайперов. Итак, «Северсталь» побеждает бедное Минское «Динамо» 2-1, которая проиграла уже шестую подряд игру. К тому же пропустила еще в этом поединке в большинстве. Надо сказать, что «Северсталь» также неудачно начинала сезон. На старте 4 поражения. Но ситуация исправляется, добыта уже вторая к ряду победа. «Торпедо» уступает московскому «Динамо» 2-4. Решающий стал второй период, в котором «Динамо» закинула 3 безответные шайбы. Для московского клуба эта победа стала 4-й в подряд. И еще одно «Динамо» играло в этот день. Рижский клуб потерпел 5-е поражение в сезоне, уступив «Локомотиву» 1-2. И «СКА» крупно 0-5 обыгрывает «Спартак». Дважды отличился в матче Ковальчук. Никита Беспалов был заменен в этой встрече, вратарь получил травму, будем надеяться, несерьезную. И к другим результатам. 3 сентября «Слован» в серии буллитов уступает «Югре» 2-3. «Витязь» обыгрывает «Авангард» 6-2, «ЦСКА» «Сибирь» 3-1, «Лада» уступает в овертайме «Амуру» 1-2, «Автомобилист» был сильнее «Адмирала» 4-1, «Металлург» по буллитам вырывает победу у «Бориса» 3-2, также в серии буллитов «Трактор» проигрывает «Кунлунь» 4-5 и «Салават Юлаев» нанес крупное поражение «Нефтехимику» 6-0. 2 сентября прошло еще 5 встреч, в которых «Акбарс» проигрывает также крупно «Сочи» 0-5, «Динамо Рига» уступает «Динамо Москве» 1-5, «Северсталь» обыграла «Локомотив» 3-2, «Спартак» в серии буллитов 1-0 обыграл «Динамо Минск» и «Торпедо» также в серии буллитов проиграла «СКА» 3-4. Лучшим вратарем прошлой недели стал Александр Еременко из московского «Динамо». Лучшим защитником признан Андрей Месараш из «Слована». Лучший нападающий – это Найджел Доус из «Бориса», забросивший 5 шайб, 2 «Металлургу» и 3 «Северстали». Лучшим новичком признан защитник китайского «Куньлунь» Павел Воробей. Расписание ближайших встреч на вашем экране. 5 сентября «Металлург» сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» «Борис», «Трактор» «Амур», «Лада» «Куньлунь», «Витязь» сыграет с «Сибирью», «Сочи» с «Нефтехимиком», «ЦСКА» «Югра», «Слован» «Авангард». 6-го «Автомобилист» «Акбарс», «Северсталь» «Динамо Москва», «Торпедо» «Локомотив», «Динамо Рига» «СКА», «Сочи» «Динамо Минск» и «Спартак» «Йокерит». Турнирная таблица. На западе «СКА» в лидерах 16 очков. На 3 отстают «ЦСКА» и «Динамо Москва». 11 у «Локомотива», по 8 у «Сочи», «Спартака», «Витязя», «Северстали» и «Торпедо». 7 у «Слована», 6 имеет «Йокерит». У «Рижского Динамо» в активе 5 пунктов, у «Минского» 2. Восток. «Акбарс» имеет 12 очков. «Куньлунь» 11, по 10 у «Бориса» и «Авангарда». 9 очков набирает «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур». По 8 у «Металлурга» и «Югры», по 7 у «Трактора» и «Лады», 3 очка у «Адмирала». В списке лучших бомбардиров 5 хоккеистов набрали по 8 очков по системе гол плюс пас. Это Ковальчук из СКА, Доус из Бориса, Индраш из Динамо Рига, Датюк СКА и Зубов Салават Юлаев. Илья Ковальчук единолично возглавил список снайперов, у него 7 шайб. Смотрите ролик, посвященный и другим результатам в КХЛ. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь, это абсолютно бесплатно.